На вручении музыкальной премии в Москве разразился скандал. Певица Лолита решила поддержать звезду шоу-бизнеса и отвесила Ольге Бузовой комплимент, от которого покраснели даже мужчины. Поющая ведущая в долгу не осталась и ответила старшей коллеге по цеху красным словцом. Можно, да, по-русски «вьюбывать». Они достигнут успеха! Обязательно! И Оля тому показатель. Именно этим я и занимаюсь 16 лет. Хочется, чтобы меня уже кто-нибудь выебал. Теперь артистки вынуждены оправдываться за свои ругань. Комментируя инцидент на премии, где среди зрителей были и дети, Лолита со всей ответственностью заявила. Она просто не нашла другого слова в великом могучем русском языке, чтобы охарактеризовать Ольгу Бузову. Слово, которое я произнесла, синоним слова «вкалывать», уверяет артистка. А Ольга Бузова сетует. Она не сдержалась, потому что у нее наболело. «Меня спровоцировали», – жалуется она. Звезда уже устала зачеркивать дни в календаре по поводу отсутствия в своей жизни секса. Сегодня ровно 2 года, 4 месяца и 8 дней, как Ольга Бузова без мужчин. Пользуясь случаем, певица через программу «Ты не поверишь» обратилась к потенциальным ухажерам. «Я могу и сейчас повторить. Выбери меня, тиса счастья солнечного дня. Выберите меня уже кто-нибудь». Стоит отметить, что Лолита давно симпатизирует Бузовой. Ольга гораздо более востребованная, чем я. Судя по подписчикам, по постам в Инстаграме, у нее другой вид основного заработка – пуховики, например. И молодец, и на здоровье. У девки есть мозг, и это замечательно. И то, что люди стараются подражать молодой, красивой, очень хрупкой девушке, тоже замечательно, заявила певица.